Доброго времени суток, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала. С вами по-прежнему Аракис, и это, конечно же, уже пятый выпуск фишек и механики этой игры. Но заранее я хотел бы с вами поговорить на такую важную тему, потому что сейчас участились возможности и вообще случаи кидалова в игре. Поэтому я вам расскажу некие, так скажем, штуки и фишки. Да, даже посвященные непосредственно, вот вы видите, 5 в стороне фишек. Но я расскажу, как бы обезопасить ваш аккаунт и не сделать так, чтобы вас взломали. Давайте я перейду лично по своему аккаунту и покажу вам, что нужно сделать. Смотрите, то есть вы нажали на аватарку, нажали Come to us Hive. Кто-то это знает, а уверяю вас, 9 из 10 человек этого не знают. Поэтому я все-таки покажу это. То есть вы видели, на стрелочку нажали, теперь нажимаете на вот эту вот решетку, нажимаете игрок. Да, здесь вы меня, так скажем, ничего не спалите. Смотрите, что означают вот эти вот галочки. Это называется в игре попросту привязка. Но расскажу вам такую штуку, что даже если у вас стоит привязка и на Facebook, и на Google, вы подтвердили аккаунт, вы считаете, что вас не взломают, потому что у вас вот это вот подтверждение стоит на телефоне, бла-бла-бла, все это фигня. И сейчас я расскажу, почему. Да, это действительно на практике все есть. Я никого не взламывал, но вы знаете, мне дают аккаунты, чтобы я их, допустим, разыграл. Также я очень часто провожу сделки, обмены, покупка-продаж, поэтому мне, как кому, ну, действительно не знать, как бы, так скажем, загробастать себе аккаунт. Что-то упало. Вот, поэтому давайте сейчас внимательно послушаем, и для многих это станет интересной информацией. Здесь вот телефон, имейл, это все честно, это полнейшая лабуда. Если человек знает от вашего аккаунта логин и пароль, и знаете, зачастую на этом и разводят, пишут такую штуку, как: «Привет, Аракис, а давай я куплю твой аккаунт», ну это просто пример, «а давай я куплю твой аккаунт, он все равно у тебя привязан на Гугле, на Фейсбуке, то есть телефон, там должно быть подтверждение приходить, то есть ты мне дай логин, пароль, я зайду, посмотрю, все равно у тебя все аккаунты, правильно, все монстры закрыты, поэтому я ж ничего тебе там не натворю, буквально на минуту, что я там успею за минуту сделать, правильно, если что, ты меня банально выбьешь, либо поменяешь пароль». Но нет, народ, как это все прекрасно делается, вам дают логин и пароль, вот буквально сегодня, ну если считать ночь, да, сегодня ночью мне человек пожаловался, его аккаунт стоил около $250, и действительно, это его хорошая цена, но его вот таким способом реально кинули. Я скажу так, я не говорю, что человек там лох, лопух, еще что-то, на этом варианте может попасться реально каждый, потому что игра вас не защищает от такого, назовем так, не то чтобы взлома, но не дает вам возможности вернуть ваш аккаунт после этого абсолютно никакой. Вы можете писать, конечно же, в саппорт, что вас кинули, развели. Ну, реально, кто вам поверит, согласны? Поэтому давайте я вам расскажу не то, чтобы как защититься и как добавить каких-то штук, механики. Самый простой способ – никогда не давайте никому свой логин и пароль, самое главное. Либо меняйте его как можно чаще, поставьте себе там кучу разных символов. Не знаю, это уже лично ваша проблема, вот, что поставить в пароле. То есть не доверяйте таким злоумышленникам, которые расскажут вам: «Ой, дай мне логин и пароль, я зайду, у тебя все равно стоит привязка». Это не работает. Я не буду сейчас, конечно же, палить свой аккаунт, но как работает вообще механика вашего взлома. И вот я расскажу, как человека взломали, да, то есть как его, назовем так, что ли, кинули и, ну, некрасиво поступили, если это можно выразить так. Смотрите, то есть, сейчас, что я хотел сказать. Вот, то есть человек нажимает на шестереночку, да, вот я нажму при вас, вводит здесь пароль, который ему дал человек, правильно? Я не буду сейчас вводить, копировать, я не знаю, просто все дела. Дальше вылезет, то есть обычная смена пароля, имейла и тому подобное. Там будет первая строчка, это ваш логин. Логин вы уже знаете, правильно, потому что человек вам отдал его. А дальше вы просто меняете пароль. И не нужно никаких подтверждений на email, смс-оповещения на телефоне, бла-бла-бла. Серьезно, этого не нужно. Я сам был в шоке месяца, наверное, 4 назад от этого, но как-то не приделял этому внимания. Но сейчас начали очень часто мне писать о всяких взломах, о том, что человека кинули. Человек, извиняюсь, ну, зажал на таком человеке, как Аракис, и гарантия. То есть он зажал, простите меня, 10%, а потерял полностью свой аккаунт. Ну, с другой стороны, некоторые по мне и вообще не знали, а потом написали, оказывается, да, Аракис еще и гарант. И сделает так, чтобы вас не кинули 100%. То есть вас кинуть в этом случае могу лишь я, но я дорожу своей репутацией. Вот, то есть вы вводите логин, который, пароль, который вам дали, и там меняете уже на любой свой пароль. Дальше, можете даже написать свой имейл. Кстати, насчет имейла.
В графе имейла вы можете от фонаря вот так вот наклацать ручками любой имейл, который вы там себе придумаете. И его не нужно ни подтверждать, ничего, абсолютно. Если вы хотите подтвердить, но я не знаю, зачем это делать, если вас все равно могут взломать, серьезно. Вы его подтверждаете, этот имейл, действительный имейл, если он у вас есть. Знаете для чего? Лишь если вы забыли каким-то там, ну не знаю, может там перепили, там как-то чайчик был не свежий, вы перепили, забыли пароль. Вот тогда вы его сможете, да, вернуть. А вот от злоумышленника, который вот уже зашел на ваш логин и пароль, все, можете просто помахать ручкой, и тех, кого так взломали, то есть вы теперь понимаете, в чем штука и сила. В общем, рецепт прост. Просто никому не давайте логин и пароль до того момента, как вы не найдете гаранта, если вы продаете, там, хотите обменять. Ой, да, я просто посмотрю, и все такое, не катит, народ. Не ведитесь на это, пожалуйста. То есть, цените свое время, и то время, самое главное, игровое, которое вы вложили в этот аккаунт. Так что, я думаю, для всех это полезная информация будет, и просто обезопасьте себя. Вот такие вот дела, да. А теперь перейдем к игровым механикам, да, и фишкам, потому что все-таки я должен был рассказать об этом, как ни крути. Но сначала мы сыграем с Якубовичем. Так, Якубович, что же ты нам дашь? Наверное, 10 тысяч маны. И подозреваю просто. Это он мне, короче, на 5 дней вперед дал, я уверен. 50 тысяч маны. Кстати, народ, я не заметил, но вот 16 апреля у меня-то будет еще один свиток огня, ветра и воды, как и у всех у вас, если вы успеете отметиться в игре по вот этой акции. Это тоже достаточно прикольно. Особенно для моей жены. У нее свитков тоже немало собралось, и думаю, с них что-то интересное упадет. Да. И что еще? Давайте сходим на мирового босса, а потом займемся, да, уже механикой игры. Вы видите, я выписал некий список такой краткий для себя, для кого он уже будет понятен, для кого-то нет. Но сейчас расскажем вкратце о каждом подпункте. Особенно мне стал интересен какой там второй пункт, по-моему. Так, давайте проскипаем, не знаю, я не жду, и даже когда жду, все равно меня сейчас ждет сколько там, 25-30 тысяч маны, бла-бла-бла, и такой вот бред. Да-да-да, давай. Давай, 25 тысяч маны моих законных. А, нет, ты мне решил дать руну и 3К. Руна просто, ну, чуть-чуть дороже, да, уже я в плюсе. Уже в великом плюсе. Да, давайте второй бой. Кстати, 16 апреля я буду эвейкать сразу... Ой, не эвейкать, а апать на 6 звезд сразу 5 мобов. Я говорил об этом в стриме, кто не смотрел. Блин, это вообще, это будет бомба. Да, то это был мой максимум 4 моба. Но опять же, знаете, большинство я из них апну, но голыми из них у меня будет, наверное, 2, либо даже 3. Вот Дариона я постараюсь одеть. И кого я там еще хотел? Так, кого еще хотел апнуть? Делфойку. Делфойку я тоже хочу одеть. То есть они у меня пойдут на гидру B4 как минимум. Так, сюда. Ну, поехали. Тик-тик-так. И, кстати, да, до 16 апреля, кто захотел бы там со мной пообщаться на стриме в скайпе, если нет у вас такой возможности, можете не общаться, просто логин, пароль, я зайду на ваш аккаунт и в прямом эфире буду открывать свитки, буду там, я не знаю, куролесить, бомбезить. Если вы захотите, даже на мирового босса похожу через ваш аккаунт, то есть в этот день, если вы захотите, то есть я могу действительно зайти, почему бы нет, много уже желающих, и я думаю, весь стрим мы посвятим открытию мистиков, всяких там лег, света тьмы, камней и прочего. Я думаю, капец, будет очень интересный стримец. Люблю, знаете, видео с вызовами монстров. Всегда хотелось бы попереживать, порадоваться за кого-то, либо посмеяться с кого-то. Ну, случаи бывают разные, рандом у каждого свой. Вот вы видите, да, 4000 у этого маны. Круто тенюшка, круто-то. Офигеть, просто полнейшая бугагашенька. Ой, ужас какой-то. Ну, давайте перейдем все-таки к механике. Почему мы тут и собрались? Так, Вадам и щит Теомарса. Давайте перейдем к такому персонажу, как Вадам. Давайте рассмотрим ситуацию, когда работает его пассивка. Вы знаете, то есть, когда персонажа хотят убить, но вашему деосисту позволяет уровень его хп, то есть, когда у вашего деосиста больше 30 тысяч хп, ой, 30% хп, извините, оговорка, 30% хп, то есть, он отхиливает какую-то там цель на вот 30% от своего максимума хп. То есть, это зачастую будет, конечно же, спасать ваших там тонких ДДшек, каких-то саппортов и тому подобное. То есть, да, ассист в дефе реально зачастую бесит. Да, его можно контрить там тем же Тессарионом, огненным ифритом, но все-таки он зачастую приносит
печальку в игру. И да, по поводу рун, во что его одевать, это, конечно же, Deathspire плюс фокус, либо контратака, там уже смотрите сами, даже Energy можно поставить. Вот, вот такие вот дела. Что, опять же, рассказать о механике этого скилла вместе со щитом Теомарса. Опять же, напоминаю, то есть не нужно рассказывать, как он еще работает, что он делает еще, об этом гласила вот первая вот картинка и заставка в начале видео. Поэтому такое вот сочетание Хвадам и щит Теомарса. Смотрите, ситуация. У вас в пати, либо против вас, неважно, по сути дела, есть Деассист вместе с Теомарсом. К примеру, вы зафокусили Теомарса и хотите его убить. Вы его доводите до, как я часто говорю, оргазма, то есть у него появляется щит. В этот момент Деассист его не отхилит. Почему? Потому что Теомарс и так не должен умереть. Для кого-то эта информация будет полезна, для кого-то нет. И знаете, где-то можно либо законтрить, либо наоборот затупить. Поэтому эта информация, я думаю, для многих тоже будет полезна, так как не все это видели, не все это знают. То есть, опять же, если вернуться к этой ситуации, у Теомарса останется 1 хп и щит на нем. Но если после этого вы захотите снять с него этот баф, допустим, добить, уж тогда, вот после этого, да, Деассист начнет его хилить. То есть, пока висит вот этот вот запрет смерти, также это работает, кстати, и со щитом Федоры. То есть также будет работать абсолютно так же, идентично, да. То есть пока 1 хп есть и невозможно убить эту цель, Деассист хилить не будет. Я понимаю, что это, конечно, мелочь для кого-то, кто-то задаст вопрос, а к чему это вообще было, какая ситуация, но на самом деле, если поразмышлять над этим полчасика, вы поймете, что где-то можно составить этому контру, либо наоборот, где-то даже можно в этом и выиграть против тех, кто не знает. Но это все обсуждать и рассказывать, это все-таки уже, наверное, будет какой-то отдельный гайд. Ну, а вот так вот оно работает. Перешли мы к Мишельке, самое главное, ее второму скиллу, так как вы знаете, продлевает там усиляющие, да, эффекты снимает, то есть продлевает усиляющие и там убирает, сокращает время ослабляющих эффектов. Но давайте рассмотрим ситуацию, когда, к примеру, да, у вас есть Мишелька, либо у врага, опять же, неважно, и вы там накинули на кого-то бомбы, на ту же, допустим, Мишельку, да, вы воюете там, к примеру, там Мишелька против какого-то бомбера. Если бомбер накидывает на Мишельку свою бомбу, то есть вы знаете, бомба висит два хода, в тот момент, когда Мишелька походит вторым скиллом, она просто эту бомбу продлит. Она ее не уберет ни в коем случае, она не даст ей взорваться быстрее, она просто продлит ее действие на один ход. Это тоже немаловажно, так как, допустим, будет у вас возможность сходить каким-нибудь, ну я не знаю, там, клинсером, либо там канамией какой-то, которая сходит третьим скиллом и потом уберет эту бомбу, к примеру. Либо Веромос, у Веромоса будет возможность походить, если он у вас медленный, там стоит в стане и тому подобное. Нет у него возможности походить сейчас, а команда может просто сдохнуть. Это тоже где-то будет полезно, согласитесь. Да, где-то в этом и минус, хотелось бы, чтобы она вообще эту бомбу убрала. Но, с другой стороны, хорошо, что она не сокращает время действия этого бафа, потому что если бы она сокращала и Мишелька бы походила, она сразу бы взорвалась. Это было бы, наверное, вообще как-то тупо. Ну, а так, где-то даст вам возможность выжить после этой бомбы, там, я не знаю, отхилиться еще каким-то персонажем, либо снять ее. Ситуация на самом деле много, но вот так вот оно работает. Просто-напросто Мишель вторым скиллом продлевает на плюс один ход возможность взрыва вот любой бомбы. Перешли мы к Року, самое главное, к его второму скиллу, то есть когда он берет кого-то с собой, другана с собой какого-то, и в этой ситуации мы рассмотрим абсолютно любого самурая. Давайте перейдем к ним, где наши самураи. Вот, давайте возьмем, неважно, огненного самурая, сразу выкинутую версию. Что же произойдет, когда, допустим, мы возьмем Джуна, либо, опять же, любого самурая вместе с вторым скиллом Рока? И, опять же, не нужно писать, что есть подобные персонажи, типа Рока, бла-бла-бла. Я просто сейчас взял как вариант Рока, потому что он самый популярный, легко доступный персонаж, и с ним это будет работать, ну, не то чтобы чаще, просто с ним это будет проще. Персонажи легко, на самом деле, достать, выбивается в локации, поэтому вопрос говно. Вот, вот такие вот дела. Что произойдет, если взять, допустим, Джуна в пати, либо любого самурая? То есть, есть возможность, вы знаете, Джун походит 100% только лишь первым скиллом, но у первого скилла есть, вот вы видите, у второго описания, навык имеет 10% шанс активации меча Небесного Волка, то есть его четвертого скилла. Кто-то его называет первым скиллом, кто-то четвертым, но я думаю, правильно все-таки четвертый выразить, потому что вот эти скиллы были всегда, первый, второй, третий, а этот скилл ему добавили там какое-то там время назад, плюс
всех самураев все усиливают, усиливают, и я считаю, вот они уже выходят на такой уровень своей вот именно показательной мощности, и сейчас, с недавних пор, его еще и в деф можно ставить. Почему? Сейчас расскажу. К примеру, Роак берет самурая, да, самурай бьет первым скиллом, и у него активируется его вот этот четвертый скилл. То есть, вы понимаете, вместе с Роаком можно вашему самураю активировать сразу же четвертый скилл. И заметьте, то есть, Джун не потеряет свой ход, так еще и откатит свой ход. То есть, откатит свои скиллы, если вы там походили вторым скиллом, либо третьим, это тоже достаточно приятно. И после этого вы сразу же Джуном можете бить четвертым скиллом. И самое еще важное, что у вашего Джуна, либо другого абсолютно любого самурая, появится еще и щит над головой. Вы знаете, этот щит там ему добавляет хп в зависимости от уровня. От уровня его, то есть, к примеру, если у вашего самурая там 40 уровень, этот щит даст либо 4400 хп, либо 4800. Я точно не помню, сколько за один уровень вот этот дает там щит. По-моему, либо 110 хп, либо 120. Вот честно, я не помню. Но это уже мелочи на самом деле, но все равно приятно, даже если 4000 хп добавить вашему ДДшке. Этот где-то даст все-таки немало выживаемости. Поэтому где-то вот такая вот комбинация типа Рок плюс самурай даже зарешает. Я не говорю, что это офигенная пати будет, но для многих это будет полезно. Да, так как не все это знали. Перешли мы к четвертому пункту. В этом пункте у нас будет разбираться Рика. То есть любой, в принципе, любая Акульта. Вот сейчас покажу невыкнутую версию. Жизель. Да, ладно, Жизелька будем говорить. Жизель, Акульта одно и то же, по сути дела. Вот, но если разбирать первый скилл, кстати, еще и апнули на 5%, это тоже приятно. То есть ситуацию рассмотрим такую, когда ваша Жизель именно добивает какого-то врага. Вы знаете, что когда она слипает, она обретает дополнительный ход. Но ситуация, и мне многие задавали вопросы, к примеру, если Жизель добивает персонажа, но в этот момент она должна была, ну вот как бы, заслипать вот этих 25% шанса прокнули. Это означает, что возможность его резиста крайне мала. И она должна заслипать. Что произойдет? Жизелька получит дополнительный ход. Да, это где-то в замедленной версии можно высмотреть, но иногда, знаете, когда Жизельки одеты в Виолент, не всегда понятно, прокнул ли первый скилл, или просто вам дался дополнительный ход с Виолент руны. Это дело такое. Хотя редко кто одевает Виолент, но все-таки есть такие люди, разные ситуации, разные случаи, да, но чаще всего их одевают либо в Деспайр, либо атакующий какой-то сет, типа там Фатала, либо Рейджа, вот такие вот дела. Ну, я ближе, наверное, к Деспайр, я ее вижу как контроль, но это уже мелочи. Вот, в плане первого скилла, теперь вы понимаете, если Жизель добивает и срабатывает слип, она обретает дополнительный ход, и вы сможете походить еще раз либо первым скиллом, либо вторым, либо третьим, если они у вас там откатились. И пятый пункт Киборги заполонили всю планету. У нас сегодня Феникс Тьмы, а самое главное его третий скилл. Перейдем сразу к выкнутой версии. Кстати, вот у фениксов, согласитесь, почти ничего не меняется при эвейке. Да, так немножко там шлем раскрашен, там крылья, но вот так вот анимация все та же, допустим, вот это вот, блин, ну ничего реально, по сути дела, на нем не меняется. Я даже своего Сигмаруса рассматривал, ну, так себе, по-моему, вон количество хвостиков там у него что-то там увеличится. Ладно, это уже фигня. Поговорим о третьем скилле. Где наш третий скилл? Вот, сжигает душу врага, огненная, наносит 3 крит урона на 2 хода. Описание реально глупое, но сейчас дочитаем. При гибели от данного навыка враг не возрождается. 3 крит урона. В общем, это 3 постоянных урона, то есть вы накидываете 3 дота на персонажа по 2 хода. Это на самом деле офигеть, как 3 крит урона на 2 хода. Это ужас на самом деле, это описание. Ну ладно, не будем придираться к этому описанию. Почему я взял этого персонажа? Потому что я его тестировал недавно у человека, человек мне рассказал про него еще и плюс дополнительно. Такой интересный персонаж, я не считаю его топом, не топом, то есть это судить лично вам, да. То есть скилл этот, естественно, точечный, бьет он одну цель, но если бы он бил бы всю пати, это было бы, наверное, даже имбово как-то. Хотя и урон был бы, естественно, меньше. Что расскажем о второй вот такой вот его особенности, то есть нельзя воскресить монстра, которого добивает этот вот третий его скилл. Но рассмотрим такую ситуацию, и я задался вопросом действительно у человека, и он даже сам, наверное, на секундочку задумался. Вот, что будет, если, к примеру, вы Зарой ударили, но не добили, а висят на нем доты с этого третьего скилла. И, допустим, персонаж там в свой следующий ход, либо там последующий, он умрет от этих же дотов. Можно ли будет воскресить этого персонажа? Да, можно. Это 100% инфа, и где-то это вам будет полезно, как
когда вы попадетесь против этого Зары в дефе, либо наоборот, не знаю, чудо произойдет и у вас появится этот Зара, вы будете знать, как работает все-таки правильно третий скилл, и вот такая вот тонкость, механика где-то это даже для вас зарешает. То есть не нужно надеяться на то, что если вы не добили, вот грубо говоря, чистым уроном, если вы ударили третьим скиллом и добили, все, никаких там дотов, ничего, все вот этого, да, эту цель уже невозможно будет в этом бою воскресить. А вот если там доты остались, потом кто-то другой добил эту цель, все такое не работает, эту цель можно будет воскресить. Вот такие дела. Очень хорошо работает против Перны, очень хорошо работает против Арха, там, Ветра, против любых, в общем, воскрешал, там, Бриана, всех, кто в этой игре может, имеет возможность воскресить каких-либо персонажей. Вот и все на сегодняшний день. 5 фишек мы рассмотрели, в следующем выпуске мы также рассмотрим 5 каких-либо ситуаций, вот таких вот приколов, механик и вообще как работают скиллы этим игра, и согласитесь, интересно, потому что здесь все, чтоб абсолютно узнать, как какой скилл против какого работает, я не знаю, сколько лет нужно провести в этой игре, но этим она лично меня и манит, вот своим вот этим вот интересом, как же что правильно работает, как что меняют, там фиксят, усиливают, там улучшают, там добавляют, это все на самом деле интересно. Добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями этим видео, если оно вам, конечно же, понравилось и было чем-то полезно. Кстати, не забывайте, что я являюсь гарантом, если вы не хотите того, чтобы было в начале видео, да, то есть чтобы вас кинули всего такого при сделке, обратитесь ко мне, я беру 10%, но зато вы 100% уверены, что сделка пройдет качественно, удобно для вас и в самые короткие сроки. Да, все произойдет очень хорошо, и жалоб на меня, слава богу, нет. Я делаю свою работу качественно и без никаких проблем. Также напоминаю, 16 апреля жду вас на стриме. Я говорю об этом уже, наверное, чуть бы не месяц. 16 апреля, суббота, 20:00 начало. Жду вас на стриме. Будем открывать свитки. Если у вас есть желание открыть со мной свитки и вы хотите пообщаться параллельно в скайпе, либо даже без скайпа, напишите мне ВКонтакте, логин, пароль. Я зайду на ваш аккаунт на стриме. Безопасность гарантирую, да, безопасность от Аракиса. И да, еще ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, кто чем помимо игры увлекается по жизни? Я не знаю, может, спортивные какие-то там достижения у вас есть, но мне также будет это интересно почитать. Обязательно комментируйте это видео, все видео, смотрите мои остальные видео на канале, их у меня достаточно много. Всем удачи, пока-пока и до встречи!